Теперь куда, барин? На канавку возле Семеновского моста. Thank you.
Дома? Дома. Верно, какая-нибудь 40-летняя дева. Да уж вот нет, как нет. То есть, как женитесь, так каждый день меня будете похваливать да благодарить. Да ты врешь, Фёкла Ивановна. Ой, да устарела я, отец мой, врать. Пес врет. А приданное. Каменный дом, московская часть. Уж такое прибыточное, что истинное удовольствие. Один лобазник 700 рублей платит за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. С собой-то, а? Какова собой? Как рафинад. Белая, румяная, кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Да ведь она, однако же, не штаб офицерка. Ой. Купца третьей гильдии дочь. Уж такая, что и генералу обиды не нанесет. Да ведь я-то потому тебя спрашиваю, что ну? Я надворный советник. Не понимаешь? Тоже обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник. Да отказали. Не понравилось. Ну, а кроме этой, других там нет никаких? Да какой тебе еще? Уж это что ни на есть лучшее. Будто уж самое лучшее. По всему свету исходи, такой не найдешь. Подумаем, матушка, подумаем. Приходи-ка послезавтра. Да помилуй, отец мой! Вот уж третий месяц я хожу к тебе, прок-то ни насколько. Все сидят в халате, да трубку знай покуривают. А ты думаешь, что жениться это все равно, что я из Степан подай сапоги, натянул на ноги и пошел? Тут надо порассудить, просмотреть. Тебе же худо! В голове седой волос уж глядит! Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела! Что за чепуху несешь ты? Где ты видишь смотри, седой волос? Где видишь? Что ему не угодишь, другой ему не угодишь. Да у меня на примете есть такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь! Ты как здесь? А? Ну, послушай, на кой черт ты меня женила? А что дурного? Закон исполнил. Закон исполнил. Как и не видели жена? Без нее ты разве не мог обойтись? Да ты сам пристал. Крыса старая. Седой волос. Это хуже, чем оспа. Сумасшедший! Ну зачем? Ну зачем? Ну что за глупость? Перепугал. Право, так, что душа не на месте. Нет, эк мерзавец. Ведь и мне ничего об этом. Каков, прошу покорно. С подтишка, а? Что за шутки вздумал? И зеркало вон разбил. Ведь эта вещь недорогая, в английском магазине куплена. Ну, полно. Ведь это я бы на тебя должен сердиться. Ты от меня, своего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал? Вот вздор, и совсем и не думал. Да ведь улика налицо, ведь известно, что за птица. Эй, Фёкла! Ну, Фёкла, как тебя по бачке? Говори, как, что и прочее. Дворянка? Чиновница? М? И зеркало вон. Разбил. Полно, сыщу я тебе другое зеркало. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, царей, и рожа выходит косяком. Или в кубечестве, что ли? А как зовут? Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна. Брандахрыстова? А, нет, Купердягина. Купердягина? В Шестилавочной, что ли, живет? Уж вот нет, будет поближе к пескам в Мыльном переулке. Ну да, в Мыльном переулке, точи за лавочкой и деревянный дом. И не за лавочкой, а за пивным погребом. Как же за пивным? Вот тут-то я не знаю. А вот как поворочишь в проулок, так будет тебе прямо будка. А как будку минишь, свороти налево. И вот тебе прямо в глаза, то есть вот так тебе прямо в глаза будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секретарем. Ну-ну-ну. Ну ты к швее-то не заходи. А сейчас за ней будет второй дом каменный. Вот этот дом и есть ее, то есть в котором она живет. Агафья Тихоновна невеста. Хорошо, хорошо. Теперь я это все обделаю. Ты ступай, в тебе больше нет нужды. Как так? Неужто ты сам свадьбу сам, заправить? Ты уж только не мешайся теперь. Бесстыдник какой. Да это не мужское дело. Ступай. Оступись, батюшка, право. Пойди, пойди, не смыслишь ничего, не мешайся. У людей только чтоб хлеб отнимать. Знай, сверчок, свой шесток, убирайся. В дрянь в какую вмешался.
Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем. Да ведь я только так... Ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Я так только подумал. Пустяки, пустяки, только не конфузься. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте. Вот еще. Сейчас бы ехать. Зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам, ну что из того, что ты не женатый? Ну, посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания. Вон целая куча табаку на столе. Ну, это правда, порядка-то у меня, знаю сам, нет. Но... Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто не себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке. Рукоделие. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг тебе подсядет бабёночка. Хорошенькая такая. И ручкой тебя. А, черт, как подумаешь, право. Какие в самом деле бывают ручки? Куды тебе? Будто у них только что ручки. У них, брат, ну да что там говорить, у них, брат, просто черт знает чего нет. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая и... Ну вот видишь, сам раскусил. Ну, теперь только нужно распорядиться. Свадебный обед и прочее, это уж все я. Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя. Уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок, непременно. А ринвейн черцем, не правда ли? А? Что же касается до обеда, у меня, брат, есть на примете один придворный официант. Так собака накормит, просто не встанешь. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто уж и свадьба. А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты же согласен. Я? Ну нет, я еще не совсем согласен. Вот тебе на. Да ты сейчас изъявил, что хочешь. Я только говорил, что не худо бы. Как, помилуй? Да мы уж совсем было все дело. Да что, разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Нет, мне нравится. Так что ж, зачем дело стало? Да ни зачем не стало, а только странно. Что ж странно? Ну как не странно? Ну как не странно? Был не женат, а теперь вдруг женат. Ну? Ну, ну не стыдно ли тебе? Я вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить с тобой откровенно, как отец с сыном. Ну, посмотри на себя. Посмотри на себя внимательно. Вот, например, как теперь на меня смотришь. Ну, что ты теперь такое? Ведь просто бревно. Никакого значения не имеешь. Для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало. Что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут вообрази, около тебя будут ребятишки, может, целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты теперь надворный советник, экспедитор или там начальник какой, бог тебя ведает. А тогда вообрази, около тебя будут экспедиторчонки, этакие маленькие канальчонки, какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды. А ты ему только будешь по собачьи ау-ау-ау-ау-ау. Да ведь только они шалуны большие, они будут все портить, разбросают бумаги. Пусть шалят! Да ведь на тебя похоже, вот в чем штука. А ведь в самом деле, черт подери, даже смешно. Какой-нибудь этакой пышка уж на тебя похож. Как же не смешно? Конечно, смешно. Ну, так, едем. Пожалуй, поедем. Эй, Степан! Давай своему барину одеваться. Я думаю, однако ж, нужно бы в белом жалеть. Пустяки. Все равно. Фу, есть, есть. Дай прежде с духом собраться так. Ухлопоталась по твоей комиссии, все дома исходила, по канцелярии, министериям истаскалась, в караульне наслонялась. Знаешь, мать моя, меня чуть не прибили, ей-богу, ой, да. Зато уж каких женихов тебя припасла. То есть стоял свет и будет стоять, а таких не было. Что ж они, дворяне? Фух, все как на подбор. Сегодня шины и прибудут. Как сегодня? А что? Душа моя, Фёкла Ивановна, я боюсь.
И не пугайся, мать моя, дело житейское. Приедут, посмотрят, и больше ничего. А? Ну? Сколько их? Много? Ну, человек 6. 6? Угу. А лучше выбирать. Один не придется, другой придется. Ой. Ну, щай хороших приманила. Да хороших. Уж такие дворяне, что и не было таких. Ну. А какие они? Какие? Славные, хорошие, аккуратные. Балтазар Балтазарович Живакин. Такой славный, во флоте служил. Как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужна невеста, чтобы была в теле, а поджаристых он совсем не любит. Иван Павлович служит экзекутором. Такой важный господин, что и приступу нет. Такой видный из себя. О, толстый. Как закричит на меня, ты не толкуй мне пустяков, что невеста такая эдакая. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что ей неприлично тебе сказать. Я так вмиг испознала. Думаю, да это должно быть важный господин. А еще кто? Никанор Иванович Анучкин. Такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина. Мне говорит, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы по-французски умела говорить. А сам такой субтильный, а ножки такие узенькие, тоненькие. Нет, мне эти субтильные как-то не того. Не знаю. Ничего не вижу в них. Ну, коли хочешь поплотнее, возьми Иван Павловича. Уж лучше выбрать нельзя. Уж он нечего сказать, барин так барин. Мало в эти двери не войдет, такой славный. А сколько ему лет? А человек еще молодой, лет 50. А фамилия как? А фамилия Иван Павлович Яичница. Это такая фамилия? Угу. Фамилия. Боже мой, какая же это фамилия? Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и буду вдруг называться Агафья Тихоновна Яичница? Мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. Но коли не нравится прозвище, так возьми Балтазар Балтазарича Живакина. Славный жених. М? А какие? Какие у него волосы? Хорошие волосы. А нос? И нос хороший, все на своем месте. Но только не прогневайся. На квартире у него одна трубка и стоит, больше нет ничего, никакой мебели. А еще кто? Акинф Степанович Пантелеев. Чиновник, титулярный советник. Немножко заикается, зато уж такой скромный. Да что ты все, чиновники, чиновники. А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи. Ну, пьет, непрекословно пьет. А что делать? Он уже титулярный советник. Ну, нет. Я не хочу, чтобы у меня муж был пьяница. Ну, твоя воля, мать моя, твоя воля. Впрочем, что ж такого, если он выпьет лишнее? Не всю же неделю он бывает пьяный. Иной день выберется и трезвый. Но еще-то кто? Да есть там еще один. Да только такой бог с ним. Ну да кто же он? Не хотелось бы говорить про него. Он-то, пожалуй, надворный советник. Петлицы носит. Душ на подъем куда тяжело, не выманишь из дому. А еще кто? Да тут всего только 5. Она говорила, что 6. Да мало тебе, что ли? Смотри ты, как тебя вдруг разобрало. Да что с них, с дворян-то? Один купец станет за всех. Вот ведь
Хороший торговец, что по суконной линии. Алексей Дмитриевич Старик. Не хочу на купца. Эх, Агафья Тихоновна, не то бы ты сказала, кабы покойник Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович, был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу, да как вскрикнет. Плевал я, говорит, на тех, кто стыдится быть купцом. А рука-то в ведро величиной. О, какие страсти! По правде сказать, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила подольше. Ну вот, чтобы у меня еще был такой злой муж, ты ни за что не пойду за купца. Алексей Дмитриевич не такой, не такой он. Не хочу, не хочу. У него борода, старит, есть, он потечет по бороде. Не хочу, не хочу. А нет, Арина Пантелеймоновна, дворянин-то будет почтеннее. Каменный двухэтажный дом. Есть. Флигеля два. Флигель на каменный фундамент, флигель деревянный. Но деревянный плоховат. Дрожки и сани парные. Сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый. Может, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, уверяет, что первый сорт. Не с папенькой или прелестной хозяйки дома имею честь разговаривать? Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей. Ах, извините, извините. Вы, верно, имеете какую-то надобность хозяйки дома? Нет, что же, надобности никакой нет, а так зашел с прогулки. Кто-нибудь из женихов. Господи, милый нас, Гриша. В комнатах не убрана, Дуняшка. Дуняшка, салфетку снимай, мать моя. Одевайся, скорее одевайся. Дедушка, не погубись, не погубись. А позвольте побеспокоить вопросом. Как хозяйка дома знает по-французски? Дома? Дома. Дома. Пожалуйте в комнату. Подождите тут, они выйдут. Подождать пождем. Как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минуту. Из департамента. Вдруг вздумает генерал. Где экзекутор? Душенька, ну почисть меня. Пожалуйста. Посмотри. Сзади сними пушинки-то. Посмотри, как будто паучок там лазит.
А на подворах ничего нет. Спасибо. Спасибо, душенька. Суконство ведь аглицкое. Вот каково носится. Благодарю, душенька. Раскрасоточка. В 95-м году, когда эскадра наша была в Сицилии, купил я его еще мичманом и шил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче был сделан лейтенантом. Сукно было совсем навешенько. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. Только по швам немного поистерлось. В 815-м вышел в отставку. Перелицевал. 10 лет ношу. До сих пор почти как новый. Вот. Вот. Как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы изволили сказать Сицилия. Хорошая эта земля, Сицилия. Прекрасно. Мы 3-4 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Это горы, это деревце гранатное. Вокруг итальяночки. Розанчики, хочется целовать. И хорошо образованы? Превосходным образом. Так образованы, как только у нас графини. Разве? Бывало, пойдешь по улице, натурально. Здесь и палет, и золотое шитье. Это красоточки черномазенькие. У них возле каждого дома балкончики. Крыши, как этот пол, плоский. Это, смотришь, сидит такой розанчик. Натурально. Ну, чтоб не ударить лицом в грязь, эдак. Ну, и она эдак, и натурально одета. Ковтица, шнуровочка, дамские сережки разные. Лакомый кусочек. Как жена, душа моя? Спасибо, отцы мои. Здорово, здорово. Так. Приинтересная, как я вижу, жизнь в чужих краях. А позвольте узнать, с кем имею счастье изъясняться? Живакин, лейтенант в отставке. Позвольте тоже со своей стороны спросить, с кем имею счастье изъясняться? В должности экзекутора Иван Павлович Яичница. Я тоже перекусил. Время-то холодновато. Впереди, знаю, дороги довольно будет. О, селедочку съел с хлебцем. Вы не так поняли. Это моя фамилия Яичница. А, извините, я, правда, немножко туговат на ухо, вот и подумал, что вы изволили сказать, что съели яичницу. Да? Что делать? Я уже хотел было просить генерала, чтобы позволил мне называться Яичницын. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. Да, это бывает.
У нас вся третья эскадра. Все офицеры и матросы были с пристранными фамилиями. А один мичман, и хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. А позвольте узнать, с кем и... А, Анучкин Никанор Иванович. Вот тебе прямо в глаза. То есть так тебе прямо в глаза деревянный дом. Здесь живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секретарем. А напротив другой дом, каменный. Что ж ты остановился? Да, ступай ты вперед. Я только на минутку оправлюсь. Стремешка расстегнулась. Ну вот еще. Очень нужно поправлять стремешку. Ведь улизнешь, я знаю. А и верно, каменный. О двух этажах. Помни только кураж и больше ничего. Это что значит? Уж не женихи ли? С которых сторон понабрала ворон? Тут те ворон нет, все честные люди. Гости не считанные, а кафтаны общипанные. Гляди на лед на свой полет, а и похвастаться нечем. Шапка в рупе, щи без круп. Небось, твои разживные по дыре в кармане. Господи, у тебя-то... У тебя-то... А как, позвольте вам сделать вопрос, на каком языке изъясняется в Сицилии? А натурально, все по-французски. И все барышни решительно говорят по-французски? Да, все решительно. Вы даже можете не поверить тому, что я скажу. Мы жили 3-4 дня, и во все это время я ни одного слова не слыхал от них по-русски. Ни одного? Ни одного. Я уж и не говорю о дворянах и прочих там сеньорах. Ну, возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шею всякую дрянь. Попробуйте, скажите ему, дай, братец, хлеба, не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажи ему, дай, братец, хлеба, по-французски. А любопытные, однако я вижу, должна быть земля эта в Сицилии. Вот вы сказали мужик. Что мужик? Как он? Так же совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет. Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюхания табаку я вам доложу. Не только все нюхают, но даже и за губу кладутся.
По какой причине изволили одолжить посещение? По газетам узнал я, что желаете вступить в подряды и насчет поставки лесу и дров. А потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, пришел узнать я, какого рода лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. Какой лес? Хоть подрядов никаких не берем, но приходу рады. А как с по фамилии? Калерский асессор Иван Павлович Яичница. Прошу покорнейше садиться. Позвольте узнать, по какой причине? Тоже в газетах. Вижу, объявляют о чем-то и дай, думаю, себе пойду. А как с по фамилии? Лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазарович Живакин, второй. Был еще и другой Живакин, но он прежде моего вышел в отставку. Был ранен под коленком. Пуля так странно прошла, что коленка самого не тронула, а пожили прохватила. Да, 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 как иголкой шила. Бывало, стоишь с ним рядом, все, кажется, что он тебя хочет сзади коленком ударить. Прошу, да, да, да. Прошу покорнейше, покорнейше садиться. А, позвольте узнать, по какой причине? А по соседству, находясь в довольно близком соседстве. Это не в доме купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить? Нет, я пока не живу на Песках, но имею, однако, намерение перебраться сюда-с, в соседство-с, в эту часть города. Прошу покорнейше садиться. А, позвольте узнать причину. Да неужто вы меня не узнаете? И вы также, сударыня? Сколько, мне кажется, совсем не видала вас. Однако ж. Припомните, вы меня где-нибудь верно видели. Право не знаю. Уж разве не у Бирюшкиных? Именно у Бирюшкиных. А как по фамилии? Кочкарев. Кочкарев? Илья Фомич. В родстве ведь мой, жена моя непрестанно говорит о том. Позвольте, позвольте, приятель мой Подколесин. Иван Кузьмич, надворный советник, служит экспедитором. Один все дела делает. Усовершенствовал отличнейшую часть свою. А как по фамилии? Подколесин. Иван Кузьмич. Директор так только для чина поставлен, а все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин. Прошу покорнейше садиться. Прошу. Странная погода нынче. Поутру совершенно было... А теперь как будто и прошло. Да, да. Дас, эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно пасмурно. Очень. Большая неприятность. А вот в Сицилии, матушка,
Мы были с эскадрой весеннее время. Если по-нашему подгонять, в феврале выйдет. Бывало, выйдешь на улицу, смотришь, день солнечный, потом эдак дождик, потом точно смотришь, как будто дождик. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совершенно другое дело. Не скучно. А в одиночестве так это просто... Смерть. А? Совершенная смерть. Да, с этого можно сказать... А как, сударыня, если бы вам пришлось избрать предмет? Смерть. Как ваш вкус? Извините, что я так прямо. В какой службе вы полагаете приличнее быть мужу? Прошу прощения, сударыня, вы не хотели бы иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями? Почему же пренебрежение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение человеку, который, хотя, конечно, служит? Да позвольте сказать. Сударыня, разрешите. Как ваше мнение, Агафья? По моему мнению, лучший муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом. А? Под колесами. Под колесами. Тетушка! Посидите за меня! Что же это значит? Что-нибудь, верно, случилось. Да как-нибудь насчет дамского туалета. Манишечек поправить, да шпилечку пришпилить. А, матушка... Что случилось? Да как, сударыня, может быть, случилось? А зачем же она вышла? Наша... Ну, пристыдили, поэтому и вышла. Нет. Просит извинить. Прошу. А вы извините. Вечеру прошу. На чашку матушка. Чая. А-а. Просит, чтоб пожаловали. А ведь хозяйка-то не дурна, а? Да, не. А хозяюшка-то хороша. Да, нос велик. Я тоже, их мнение не то. Да и знает ли она еще по-французски? А чего же вы не поговорили с ней по-французски? Позвольте спросить, может, не знает. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет. Я не имел такого воспитания. Мой отец был скотина, мерзавец. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить, стоило только посечь хорошенько, я бы знал. Ну, а теперь, когда вы не знаете, что за прибыль, если она... А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. А без этого у нее и то, и это. Все уж будет не то. Да? Ну, об этом заботься кто другой. А нам не по дороге? Вы где, позвольте спросить, живете-то? Что ж, пойдем и мы. Да. Прошу к чаю вечеру. Покорнейшую просим к чаю. Вечеру просим к чаю. Прошу к чаю вечеру. Все-таки невеста должна знать по-французски. Почему? Потому что... Уж я не знаю, почему, а все уж у нее будет не то. Да она красавица, просто красавица. Да я и сам.
Мне самому она приглянулась. Да после как начали говорить длинный нос, ну, я рассмотрел и вижу, что длинный нос. Эх ты, Перей, не нашел дверей. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри хорошенько глаза ее. Черт знает, что за глаза. Говорят, дышит. Ну, теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша. Послушай, теперь так, как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся и все кончим. Ну уж это я не сделаю. Ну чего ж? Да что за нахальство? Пусть она сама выбирает. Ну да что тебе на них смотреть? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу? Да. Как же ты их спроводишь? Ну уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться. А чего ж не дать? Руку. Изволь, я не отпираюсь, я хочу жениться, возьми. Ну вот мне только этого и нужно. Отвезешь барина на канавку к Семеновскому мосту. Право, такое затруднение. Если бы один человек, два, а то четыре. Никанор Иванович не дурен. Хотя, конечно, худощав. Да если правду сказать, Иван Павлович тоже очень видный мужчина. Хоть и толстый. Балтазар Балтазарович тоже мужчина. Иван Кузьмич тоже не дурен. Если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, да и взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча? Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию. Кто вытянется, тот пусть и будет муж. Такое несчастное положение девиц. Особливо еще влюбленных. Из мужчин никто не войдет в это. Даже просто не хотят этого понять. Ох, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Отчего же он? Лучше Иван Кузьмич. Господи, отчего же Иван Кузьмич, а? Чем хуже те другие? Да возьмите Ивана Кузьмича. А? Чего же испугались? Не пугайтесь, это я. Ну, право, возьмите Ивана Кузьмича. Мне стыдно. Вы подслушали. Ничего, ничего. Ведь я свой. Передо мной нечего стыдиться. Ну, откройте же ваше личико. Ну? Мне, право, стыдно. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Право, чудо-человек. Усовершенствовал часть свою. Просто... Платье не выложено. Удивительный человек. Никанор Иванович тоже очень хороший человек. Помилуйте, это же дрянь против Ивана Кузьмича. Чего же это? Ну, ясно, отчего. Иван Кузьмич человек. Ну, просто человек, человек, какого не сыщешь. А Иван Павлович? Яичница. А? Иван Павлович дрянь. Они все дрянь. Будто бы уж и все. Да вы только посудите.
Вы сравните только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало. Иван Павлович, Никанор Иванович. Ну? Черт знает, что такое. Ведь они все, однако, очень скромные. Какой скромные? Драчуны. Самый буйный народ. Охота вам быть прибитой на другой же день после свадьбы. О, боже мой. Уж это точно такое несчастье, хуже которого и быть-то не может. Еще бы. Так по вашему совету лучше взять Ивана Кузьмича. Ивана Кузьмича? Натурального Ивана Кузьмича? Дуняшка, где утюг? Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно, Ивана Кузьмича. А тем другим разве отказать? Конечно, отказать. Да как же это сделать? Как-то стыдно. Почему стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж. Да они не поверят. Станут спрашивать, почему, да как. А, ну так если вы хотите кончить за одним разом, так вы скажите просто, пошли вон, дураки. Ну как же это можно сказать? Ну уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон. Да это выйдет как-то очень бранно. Так вы их больше не увидите. Какая разница? Не все ли равно? Да все как-то нехорошо. Они ведь рассердятся. Ну и что, что рассердятся? Ну, самое большое, если кто-нибудь из них плюнет в глаза. Вот и все. Ну вот, видите. Да что ж за беда? Ведь им плевали несколько раз. Ей-богу. Это, верно, кто-нибудь из них. Право. Я вся дрожу. Ну, молода. Молода. А... Я нарочно, сударыня, пришел пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором, любим начальниками. Подчиненный слушается. Не достает только одного – подруги жизни. Да-с? Да. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга – это вы. Сударыня, скажите напрямик, да или нет? Я еще очень молода, не расположена замуж. Позвольте, позвольте. А сваха зачем хлопочет? Но, может, вы хотите сказать что-нибудь другое? Изъяснитесь. Сударыня, ежели вы насчет фамилии, я поговорю с генералом. Ну, сударыня, скажите напрямик, да или нет? Извините, может, я, сударыня, ранее, чем может, следует, рано. Не повелевает долг приличия, здесь. Но извольте, сударыня, мне не оказывать пренебрежение к человеку, время который, хотя, нет. Конечно, служил... Скажите только одно. Пехотной да службе? Или нет? Но умеет, однако же. Иван Павлович, как не нужно? Нужно. Обхождение высшего общества. Отношения не нужно. Ничего. Сударыня, ничего. Ничего. И я не того. Сударыня, что? Я прошу вас, скажите только позвольте одно. Да или нет? Пошли вон. Сударыня, я пошли вон. Пошли вон. Знакомый с морскими... Ах, боже мой, что я сказала? Как пошли вон? Что такое значит пошли вон? Позвольте узнать, что вы подразумеваете под этим? Сударыня. Что за притча такая? Вот правая история. Скажите, скажите мне... Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли? А что, случилось разве что? Закричала, пошли вон, черт знает, что такое. Ну да, это за ней водится. Скажите, пожалуйста, ведь вы ее родственник. Как же, родственник? А, прошу. А как родственник, позвольте узнать? Право не знаю. Как-то тетка моей матери, что-то такое ее отцу. Или отец ее, что-то такое моей тетке. Об этом знает жена моя, это их дело. Угу. Прошу. И давно за ней водится дурь. А еще с измальства. Да. Лучше было бы, если бы она была умнее. Ну. Хотя и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в полном порядке. Да ведь за ней нет ничего. Как так? А каменный дом? Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен? Стены-то ведь выведены
в один кирпич. В середине всякая дрянь, мусор, щепки, стружки. Что вы? Разумеется. Как будто не знаете, как теперь строятся дома. Однако ж дом-то еще не заложен. Кто вам сказал? В том-то и дело, не только заложен, за 2 года еще проценты не выплачены. Еще в Сенате есть брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого света не производил. С родной матери последнюю юбку снял. Безбожник. А позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Да. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома? Знает? Не бельмес. Что вы? Ну как же, я очень хорошо это знаю. Она вместе с женой училась в пансионе. Известная была ленивица. Вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой. Да. Передайте вашей невесте, что она подлец. Проклятая сваха. Представьте себе, что у меня с первого раза, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски. Что французский? Вы бы слышали, какими словами она расписывала. Дом, флигеля. На фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись и катайся. Садись и... А, старая греховодница, а ну подойди сюда. Надо, подойди сюда. Эх, Марк, подойди сюда, я тебе сказал. Вот вы мне тоже дом сказали, встроен что в один кирпич. По-французски. Да им в ломбард, сейчас заложим. Пристранный случай. Ведь это будет у меня не как 17-я невеста. Чего ей однако хочется? Чего ты ей, например, эдак? С какой стати? Был бы чем нехорош. Кажется, нельзя этого сказать. Все, слава богу, природа не обидела. Уму непонятно. Пристранный случай. Смешно. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман. Петухов Антон Антонович тоже этот веселого нрава. Бывало, ничего больше, покажешь ему палец, он вдруг засмеется. С самого вечера все смеется. Всего доброго, сударь. Ой, Господи, помилуй нас грешных. А сваха-то, мастерица женить знает, как повести дело. Вот я женю, так женю. Вы не в шутку можете женить? Еще у кого угодно, на ком угодно. Голубчик, жените меня на здешней хозяйке. Вас? Зачем вам жениться? Как зачем? Немножко странный вопрос. Известное дело. Зачем? Да ведь вы слышали, приданого у нее ничего нет. Голубчик. На нет, сюда нет. С этой прелюбезной девицей можно прожить без приданого. Маленькая ширмочка, небольшая комнатерочка. А что вам не так понравилось? Она полная женщина, а я большой аматер, в смысле женской полоты. Нет. Я прошу, сударь, я прошу. Вам совсем не следует жениться. Как так? Да так. Что у вас за фигуры между нами высказаны? Нога петушья. Как петушья? Конечно. Что с вас за вид? Сударь, мне кажется, что это касается насчет личности. Я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Извольте, я вас женю. Но только на другой. Нет, я попросил вас не женить меня на другой. Я, будьте так благодетельны, на этой. Извольте, женю, но с одним условием. Вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже невесте на глаза. Я все сделаю без вас. Как же без меня?
невесте на глаза-то нужно будет показать? Совсем не нужно. Идите домой и ждите. Всего же вечера все будет сделано. А не нужен ли аттестат? А послужной список? Невеста может полюбопытствовать. Ничего не нужно, идите домой. Вот это уж куда бы хорошо. Я вам сегодня же дам знать. Что, ушли? Ушли, ушли. Мне все-таки кажется, что кто-нибудь из них сейчас воротится. Я ставлю голову, если какой-нибудь из них покажет нос. Я ушел за... Неужели ему так же отказано, как и тем? Наотрез. А, приконфузно, однако ж, должно быть, если откажу. О, еще бы. Послушай, теперь скорее к делу. Да, да. Изъясни и открой сию же минуту сердца. И требуй руки. Я привел вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было такого влюбленного. Просто не приведи Бог. И неприятелю не пожелаю. Ну уж ты, брат, кажется, слишком. Ничего, ничего. Будьте смелее. Он очень смирен. Старайтесь быть развязнее. Эдак повородите как-нибудь бровями, так вдруг срезать его злодея. Напрасно мы не надели платье с короткими рукавами. А впрочем, и это хорошо, а? Подколесен. Смелее, смелее. Оставляю вас в приятном обществе. До свидания. Прошу покорнейше садиться. Сударыня, вы... Вы любите кататься? На даче очень приятно. Летом кататься в лодке. Да, иногда прогуливаемся с знакомыми. Какое это лето будет, неизвестно. Желательно, чтобы было хорошее. Ага. Вы, сударыня,
Какой цветок больше любите? Который крепче пахнет. Гвоздику. Домам очень идут цветы. Да-с. Приятное занятие. Которые в церкви были в это воскресенье. Я? В Вознесенской? А неделю тому назад был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно где, в какой бы ни было церкви, то и только украшение лучше. Вот скоро будет. Екатеринговское гулянье. Должно веселое будет гулянье. Очень скоро. Сегодня 8-е число. 8-е, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е, 13-е, 14-е, 15-е. Какой смелый русский народ смелый! Как это? Работники. Стоит на самой вершине. Вот. Я сегодня проходил мимо дома. Штукатурщик, штукатурит, ты ничего не боится. Это в каком месте? А вот по дороге, по которой я всякий раз хожу в должность. Я каждый день хожу в должность, я. А вы уже хотите... Да. Извините, что, может быть, наскучил вам. Как можно? Напротив, я должна благодарить вас за подобное времяпровождение. А мне право кажется, что я наскучил. Да право же нет. Ну так, если нет, позвольте мне и в другой раз когда-нибудь... Вечерком когда-нибудь. Очень приятно. Вечерком какой достойный человек Иван Кузьмич. Я теперь только его узнала хорошенько. Его нельзя не любить. Он скромный, рассудительный. И главное хорошо, что совсем не пустословит. Я тоже ему два слова ему хотела сказать. И оробело как-то, сердце так, биться так стало. И вот. Эй, Степан, ты у портного был? Был. Что ж, он шьет фрак? Шьет. И много уже нашил? Да довольно, петли уж начал метать. Что ты говоришь? А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак? Не, не говорил. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться? Не, не спрашивал. Что ты говоришь? А ты видел у него, однако же, другие фраки? Ведь он для других тоже шьет? Да фрак у него много висит. Ты сказал, какой на мне чин, где служу? Сказал. Сказал? Сказывал, сказывал. Что на это? Говорит, буду стараться. Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут этим секретарям, титулярным и прочим люзге. Молокососных что-то.
Надворный советник. Это тот же полковник, раз что мундир без эполет. А ваксу купил? Купил. А где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил? В той самой. Что, на Вознесенском проспекте? В той самой. Что ж, пробовал чистить ею сапоги? Пробовал. Блестит? Блестеть-то она хорошо блестит. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса? Не спрашивал. Может быть, он говорил, что не хочет ли барин жениться? Ничего не говорил. Ну, хорошо, ступай. Ты почему здесь? Я? Да зачем же мне там оставаться? Я там все уже сказал, что следует. Стало быть, сердце ей ты уже открыл? Да только вот, пожалуй, что сердце не открыл. Вот тебе история. Зачем же не открыл? Да как же ты хочешь. Не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припеку, сударыня, дайте я на вас женюсь. Ну да о чем же вы? О каком вздоре толковали битых полчаса? Мы обо всем говорили, обо всем. Я признаюсь, я очень доволен. Она с большим удовольствием провела время. Да послушай, посуди сам, когда же все это успеем? Ведь через час нужно будет ехать в церковь под венец. Сейчас под венец? А почему же нет? Ведь ты же сам дал слово, сказал, что сейчас готов жениться. Да я и теперь не прочь от слова, да только не сейчас же. Месяц, по крайней мере, надо дать для роздыху. Месяц? Ну, конечно. Да ты что, с ума сошел, что ли? Да меньше месяца и нельзя. Да ведь я уже заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, ну не упрямься, душенька. Женись теперь. Помилуй, брат, что ты говоришь? Как же теперь? Ну, я, Иван Кузьмич, я прошу тебя, ну, если не хочешь для себя, так для меня хоть, по крайней мере. Да право нельзя. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, ну, не капризничай. Ну, неловко, ну, совсем неловко. Да что неловко? Ну, кто тебе это сказал? Ну, ты посуди сам. Ты человек умный. Я говорю это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а из любви. Ну, 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 полна душа. Ну, решись, взгляни оком благоразумного человека. Да если бы было можно, так я бы... Иван Кузьмич, милушка, лапочка, ну, хочешь, я стану перед тобой на колени? Нет, нет, ну, вот вещай на колени. Ну, видишь, ну, сам, я прошу тебя, век не забуду твои услуги. Ну, ну, не упрямься, душенька. Ну, нельзя, брат. Ну, почему? Право нельзя. Ну, почему? Свинья! Свинья. Ну, бронись, бронись. Пожалуй, бронись себе. Я для чего старался? Из чего бился? Все для твоей же, дурак, пользы. Ведь мне что, я сейчас брошу тебя, мне какое дело? Да кто ж тебя просил хлопотать? Пожалуй, бросай. Ну, ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, век ты останешься дураком. Тебе-то что для этого? Ты такой дурак. Уж если на правду пошло, то и я хорош. Из чего я бьюсь? Им до горла пересохло. Что он мне? Что я ему такое? Нянька, тетка? Из чего? Из чего я хлопочу о нем? Не даю себе покою. Просто черт знает из чего. Пойди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Я не хочу твоих стараний. Ну так и ступай к черту. И пойду. Ну? Туда тебе и дорога. И пойду. Ага. Вот клянусь тебе, между нами теперь все кончилось.
И на глаза мне больше не показывайся. И не покажусь. Да вот, к дьяволу, к твоему старому приятелю. Не пойду. Эдакий дурак, мерзавец. Какая противная, подлая рожа. Фу! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя. В нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. Ведь вот что досадно. С него все это как с гуси вода. Будет лежать да покуривать трубку. Стой! Так вот, нет же. Ну. Я пришел. Вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Но только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным. Что же это такое? Нет, сударыня, вы скажите наперед, не покажется ли вам странно? Не могу знать, что такое. Но признайтесь, верно вам покажется странным то, что я сейчас вам скажу. Да помилуйте, как можно, что было странно. От вас мне все приятно слышать. Но этого вы еще никогда не слышали. Это... Вот в чем. Ну пусть. Я вам когда-нибудь скажу после. Что же это такое? А это... Я хотел было, признаюсь, сейчас объявить вам это, и все как-то сомневаюсь. Отчего же вы сомневаетесь? Да все как-то. Берут сомнения. Как это глупо! Как это глупо! А вы, сударыня, видите, он просит руки ваши. Желает объявить, что без вас не может жить, помилуй, существовать. Брат, что ты говоришь? Спрашивает что только, ты... согласны ли вы его осчастливить? Что ты говоришь? Ну так что же, сударыня, решаете всему смертному доставить счастье? Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А впрочем, я согласна. Натурально, натурально. Давно бы так. Давайте ваши руки. Бог вас благословит. Согласен, одобряю ваш союз. Брак. Это такое дело, это не то, что взял извозчика да и поехал куда-нибудь. Это обязанность совсем другого рода. Это обязанность, мне вот теперь только времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Теперь ты можешь это сделать. Теперь ты это должен сделать. Ничего, ничего, сударыня, это уж так должно. Уж пусть поцелует. Нет, 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 ну? Нет, нет, ну? Теперь позвольте, сударыня, позвольте. Какая прекрасная ручка. Отчего это, сударыня? Такая прекрасная ручка. Нет, позвольте. Хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же час. Как сейчас? Уж это может быть очень скоро. Слышать ничего не хочу. Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту благословляю. Браво, благословляю. Молодец. Благородный человек. Я, правду сказать, послал уже за каретую. Вы, сударыня, поспешите теперь скорее одеться. Венчальное платье у вас уже готово, я знаю. Готово, готово. Дуняша! О, сударыня! Ничего, ничего, ничего. Ну, брат,
Благодарю. Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной не сделал бы для меня того, что ты. Спасибо, брат. Ничего, брат, я рад, я рад, я сам рад. Спасибо. Ну, дай я тебя поцелую. Дай Бог, чтобы ты прожил благополучно, удовольствие, достатки. Детей бы нажили кучу. Спасибо, брат. Именно, наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это живет, чувствует, дышит, как-то это испаряется, это как-то даже не знаешь сам, что делается. А прежде я ничего... Рад. Я только побегу, посмотрю, как там карета, как стол, и в минуту врачусь. А прежде я ничего этого... Не понимал. Ну. То есть был лишенный всякого сведения человек. Не рассуждал, не углублялся, а жил. Уж так прямо бьется сердце, что здесь не трудно. Возьмут меня, пойдут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Прощай, моя прежняя девичья жизнь. Жила. А теперь приходится выходить замуж. А одних забот сколько. Мальчишки, народ дрочливый. А там и девочки пойдут. Подрастут, выдавая их замуж. Хорошо, если выйдут за хороших. А если за пьяниц? В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Но что я делал, что я значил? Жил, ходил, в департамент служил, обедал, спал. Но, словом, был в свете самый обыкновенный и припустой человек. Только теперь видишь, как глупы те, которые не женятся. Ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте, если бы я был где-нибудь государь, я бы повелел жениться всем, решительным всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Право, как подумаешь, через несколько минут и уж будешь женат. Вдруг кусишь блаженство, какое только... Разве бывает только что в сказках? Которого даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. 2, 3, 4, 5. Дуняшка! 6, 7, 8, 9. Сосник не разбей. Однако, что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего. Все сделано, все кончено. Ведь вот даже и сейчас назад никак нельзя попятиться. Через минуту и под венец уйти даже нельзя. Там уж и карета, и все стоит в готовности. Неужто в самом деле нельзя уйти? Натурально нельзя. Там в дверях и везде стоят люди. Ну, спросят, зачем? Нет, нельзя. Что, если бы в окно, а? Нет, нельзя, как же. Неприлично,
да и высоко. Ну уж не так и высоко. Один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, нельзя. Со мной даже картуза нет. Как же без шляпы? Неловко. Неужели нельзя в самом деле без шляпы? А что если попробовать? О, высоко. Господи, благослови. Сама не знаю, что со мной такое. Опять сделала стыдно, я вся дрожу. Иди. Ой, если бы его хоть на минуту на эту пору не было в комнате. А где он? Куда он вышел? Фёкла, куда ушел Иван Кузьмич? Да он там был. Да где там? Да тут сидел, в комнате. Да ведь нет его, ты же видишь. Ну да, но из комнаты он тоже не выходил. Ну и где же он? Не знаю. А может, он сидит в другой комнате? Да нет, он тут должен быть. Что такое? Да Ивана Кузьмича нет. Как нет? Ушел? Нет, и не ушел даже. Как это? И нет, и не ушел. Да куда бы он мог деваться, ума не приложу. Ну уж, по черной лестнице никак не мог пройти. Как же, черт возьми, ведь пропасть тоже не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич! А? Ну не дурачься, где ты? Полно, выходи скорее. В церковь давно пора. Он не мог уйти, никаким образом не мог уйти. Он здесь, в той комнате и шляпа. Я нарочно положил ее туда. Дуняшка, а где Иван Кузьмич? Ты не видела? Они выпрыгнули в окно. В окошко? Окошко? Да, а потом как выскочили, взяли извозчика и уехали. Да ты правду говоришь. Врешь. И бог не может выскочили, быть. Вот и купец в мелочной лавке видел. Ну что? А вот он тот, что знает, как вести дело. Да пусть у меня такие эдакие женихи, общипанные всякие, а уж таких, что прыгали в окна, таких нет, прошу простить. Что ж вы, батюшка, вы Стёвку разве что ли? Посмеяться над нами задумали? На позор мы вам достались. Да я шестой десяток живу, а такого страму не нашивал. Да зато, батюшка, плюну вам в лицо. Это вздор. Это не так. Я сейчас, я побегу. Подлец вы, коли вы честный человек. А еще дворянин. Вздор. Осрамить! Осрамить перед всем миром девушку! Да, попробуй, вороти его. Дело свадебного не знаешь, что ли. Еще если бы в дверь выбежал. А уж коли жених дошмыгнул в окно, тут уж моя почтение. Не надо. А еще твои деньги. Я возвращу его. Женщина, я догоню его. На канавку к Семенскому мосту. Гони. Скорей, гони. Стой!
бассейна. Поехали-ка, брат, домой.